Всем привет, друзья, с вами Назар. Мы продолжаем играть за кордовский халифат Булатную сталь. Ну что ж, нам тут осталось еще немножко дозаказать армий. Где это возможно? Ну, у нас уже денег нет, вот 300 монет осталось. Введем очень сильное строительство такое. Так, тут собрал армию, отправляю ее на Севилью. Возможно, получится ее захватить. Так, хотел еще посмотреть. Ага, тут нельзя менять. Просто хотел поставить меньше налогов, чтобы было побольше рост населения. Вот сейчас, например, 3% это где-то 80 человек. Вот этой суммы вроде бы получается. Ну, 1% 25 человек. Умножить на 3, где-то 75, плюс там еще немножко. Да, нормально, рост идет. Там бы еще что-то построить. Тут осаждаем. Тут я уже подтяну сюда наших священников. И муфтий. Вроде бы муфтий называется. Стоп, как он тут называется? Имамы, имамы. Муфтия — это, наверное, что-то другое. Не сильно в этом разбираюсь. Ага, у меня же флот тут есть. Так, а ты кто такой? Ты тоже имам. Давай, подходи. Испанцев под Севильи бросили. Но у нас там будет немножко побольше войск, чем было у испанцев. У них две армии такие небольшие. Они вторую куда-то убрали. Зачем-то. Хотя, возможно, они сейчас... и вернуться. Ну да, португальцы еще. Можно мы будем быстрее. Португальцы сидели бы в этих двух городах. Порту и Лиссабоне. Так, Леон и Кастилья, что ты нам предлагаешь? Так, торговые требования, другой стороны, платить иногда. Ага, сейчас. Контрпредложение. Один из четырех. Чувак. Ничего с тобой не будем подписывать. Никакой дань тебе платить не будем. Лучше умрем, чем будем платить дань. Правильно? Мятежники будут нас атаковать. Нет, все-таки, видите, не атакует. У нас вот здесь, в Валенсии. О, а тут Арагон подошел. С Арагоном нужно установить какие-то дип-связи. Отправим туда дипломата. Это куда-то сюда, наверное, нужно идти. Вот и Леон мы открыли. Замечательно. Будем знать, где он находится. Можем нормально осадить. Разведчик. Разведчик 48. Все равно это немножко рискованно. Но у них такие же бомжи, как и у нас. 5-9. Хотя нет, у нас, наверное, более бомжеватые. Да, у нас 4-9. Но там у него лычка есть. А, 5-9. Ну, точно такие же. Что у тебя там еще есть? Крестьяне, арбалетчики. Какие нет, это не бросаются копьями. Это не страшно. Наверное. Так. Начинаем осаду. А, тут даже не знаю. Атаковать, не атаковать. Так, смотрим, нормально. Соединимся. Арагон, кстати, может на нас напасть. У него тут сильные армии. Так, 56, но тут нормально, тут он на себе повысится. Ого, 15. Было 16. Уменьшается. А тут, наверное, построена какая-то христианская святыня. Ну, там, церковь или что-то в этом роде. Блин, даже не знаю, нанимать или не нанимать. Ну, лучников наймем. Их у меня очень мало.
Так, еще годик. Еще новый трейд. Пораженный ценой. Это ты, да? Вот видите, они типа страдают. Наверное, находясь на вражеской территории. Вполне возможно. 51%. Повинуюсь воле султана. Но тут есть, наверное, какой-то лимит, сколько, ну, этих священнослужителей могут работать одновременно на одной территории. Я помню, в каком-то из моих прохождений там что-то такое было, что я не мог просто... Ну, отправляло их много, а они работали не в полную силу, так получалось. Ничего. Ага, ну гранату тут наймем. Ну и все. Ран там вообще. Без какой-либо поддержки. Так, ты у нас давай сюда. Двоих можно поставить. Можно. И поплыли, поплыли куда-то сюда. Хорошо. Говорилось, что сюда, в Тунис отправлю, но что-то не получается пока что туда отправить наш флот. Так, этих даже не знаю, высаживать или нет. Когда они... Просто боюсь, чтобы они не взбунтовались. Так, тебя тут что? Ты можешь выйти, в принципе. Ого, 400 монет он тут. Не, лучше, чувак, сиди. Ты, значит, встань сюда. Отсюда. Сюда. Давай сюда. Хорошо. Тут тоже наняюсь. Можно будет забрать. Но пока что нельзя. Так, пройдемся по строительству. Денежка появилась. Можно что-то возвести. Мало мечеть. Вот это было бы кстати. Стоп, она только... Нет, она еще дает порядок. Порядок — это замечательно. Прирост населения. Ну, на хаучик мы построили. Торговля. Ну, торговля, не знаю. Шестим порядок. Ну, давайте на торговлю построим. Хорошо. Это мне на порядок тоже нужно строить. Везде, везде что-то строится. Тут строится, тут строится. Просто видно вот по этих значках, что идет какое-то строительство. Так, казна. Казна растет нормально. Не сильно, конечно, но у нас просто есть, считайте, армии. Такие немалые. Так, тут еще 6 ходов. Ну, просто я, скорее всего, если начну штурмовать, то они еще получат тут много подкреплений. Так что я пока не решаю. Интересно, что Арагон будет делать. Он может атаковать запросто. Какие у них, кстати, вот генералы хорошие. У всех, и у Португалии, и у Арагона, и Кастилии. Возможно, это типа бонус для компьютера так сделано, чтобы игроку было посложнее. Так, португальцы. Ну, это их территория. Если они меня все одновременно начнут атаковать, то это все. Это поиграли, называется. Против всех, наверное, не вытащу. Смотрите, смотрите, какие там генералы, сколько их там есть, главное. А у меня по одному, по одной звезде, один вроде бы есть на 3 звездочки. Так, ники, мятежники не рискуют атаковать, он тоже пока что выжидает. Португальцы нас не залюбили. Ну, это стандартно. Тут подружиться с ИИшкой, это, блин,
Нереально. Так, еще один город. Стильский. Вот, Валенсия тоже нейтральная земля. Так, 16%. Вот, начали они перекрещивать, а тут началось. Ого, нифига себе. Зацените. Ассалям алейкум, алейкум ассалам. Так, 58%. Жаль, не показано, есть ли рост. Просто так показано. Так, что у нас тут? По торговлю, наверное, будем развивать. Порядок, баллисты. Давайте на доспехи. Тут такой прифронтовой город, можно сказать. Так, ты не дотягиваешься, значит, сиди пока что. И португальцы, скорее всего, будут нас атаковать скоро. Разгружайте корабли. Так, заходим сюда. Можно туда еще закинуть войск. Ой, промазал. Хотел, чтобы было армия побольше, может, так не будут бунтовать. А, сейчас будет прикол, если они сбунтуются полностью всей армией. Огромной. Южные крестьяне у нас появились. Ой, это вообще. Чисто для гарнизона держать. Больше ни на что они не способны. Так, все. А войска, если я их тут высажу. Давай сюда. Жаль, блин, не сортируются нормально. Так, давай сюда плывем. Пока нельзя убирать. Вот их тоже нужно будет как-то уничтожить. Вот здесь тоже стоят на башне. Но пока что нет у меня достаточно войск для таких задач. Каменоломни на удешевление строительства. 5000, ну это хорошее здание. Крестьяне с луками, ну пусть будет. Ажир, тут давайте. Кожевника, чтобы сразу войска немножко улучшенные были. И Мурсия, строительство идет. Так, пошли мы уже. А нет, нормально, плюс будет, тут просто так показано. Прибыль, расходы. И казна текущая. И тут что-то не показано. Ладно, нормально. Коррупция уже 830. На армию эти 6000 уходит. Так, и мне бы не помешал. Стоп, Муэдзин это. Священник, нет? Да, это священник. Мы его наймем, только не тот. Мы его тут наймем. Купец, пока у меня еще нету возможности строить. Ну, нанимать этих самых убийц. Нужно будет этим заняться. Так, 5-9 то же самое. У них просто вот таких фракций покрупнее, у них прикольные иконки нарисованы. А у нас ничего такого интересного нету. Так, ты стоишь, ты у нас походил, да? Да. Давай тут посмотри. Просто стой. Давай сюда. Хорошо. Я не хочу штурмовать. Во-первых, это скучно. Во-вторых, это в реалиях, когда есть гарнизон, это неэффективно. Я все жду, когда кто-то на нас нападет. Португальцы не напали.
Ты, блин, куда бы еще пришел? Пришел, который руками размахивает. Ну, Арагон тоже ждет. Ну, хорошо, что мы два города за собой уже застолбили. Считайте. Нужно, кстати, посмотреть на графики. Его армия посильнее. Посмотрим. Гильдия теологов. Не храм Господа, но храм науки, да? Если изучая священные тексты, реликвии, писания святых отцов, вынесущие в этих стенах большая редкость в последнее время ученых мужей, сейчас все чаще подозревают ереси, а посему им постоянно приходится следить за моральным обликом. Хорошо, в Кордове построили, в столице. Так, муэдзин. Муэдзин, муэдзин. Тут тоже туда. Давай сюда. Я продолжу путь завтра. Город. Так, где это? Индия теологов. Плюс религии на 2%. Ну, тут не особо-то и нужно. Тут и так все норм. Так, еще одного можно. Сколько содержания? 150 баллов. Ну, нормально, в принципе, у нас с экономикой все более-менее. Вот еще Саламанка. Много у Кастилия Леона городов. Раз, два, три, четыре. Четыре пока что нашел. Португалии два. У Арагона один, походу. А можно? Так. У вас есть предложение для нас. Торговый договор. Вы вынуждаете нас принять. Так, приняли. Хорошо. И что мы получили? Крестьяне с луками. С луками. Это тоже неплохо. Лучники — это всегда хорошо. Так. Так. Нужно будет соединиться. Так, 56. Вот такое впечатление, что падает. Тут на 1% растет. Во имя Аллаха. Повинуюсь воле Султана. Тут уже все. Там 7% есть. Так, ну ты давай отправляйся дальше. Неизведанные края. Кордова. Так, нужно на наемных убийц построить. Пинка, базар, мужика. Это что такое? Это Денги. Это стоимость приобщения. Тоже, кстати, хотя она дорогая. 2400. Здоровье населения, темница. А вот и убийцы пошли. Дорого, конечно. Марракеш. Так, все, порт есть. Пошла торговля. Замечательно. Лесопилку можно. Можно. Но я думаю, лучше какой-то базар. Хлебный рынок. Доходы города от торговли. Нет, лучше вот это. Урон. Вот это город. Можно где-то тут его заказать, нанять и отправить вот сюда. Хотя там тоже могут быть вольные какие-то купцы. Ай, ладно. Сколько оно стоит? Ноль содержания, но все равно он дорогой очень. Ну, тут пока что ничего не можем построить. Что там? 4400. Нормально. Рост есть. Это главное. Так, крестьяне не нужны. Да, пока что ничего тут нельзя нанять. Текс. Грузись. Уйди сюда. Так, этот выгрузил. Давай, следующей партией. Подождем на следующий
раз, когда закажем еще одного себе один отряд, тогда мы и будем его перевозить к нам. 3700 было, теперь 3400, чего-то упали, упал прибыль почему-то, не знаю почему. 56, ну такое впечатление, что падает. Мечеть есть 2%, этот еще процент или сколько он там добавляет, да, он просто никакой. Эти убирает 2%. Можете больше, они просто очень хорошо прокачаны. Вообще. Мастер своего дела. Ладно, пропустим еще ход. Интересно, что там в Византии творится, там всегда, насколько я знаю, в этом моде веселые происшествия происходят в византийских землях. С турками они там хорошенько развлекаются. Ох, если бы Португалия против или наоборот. Вот это было бы весело. Португалию стоит идти. Нам нужно кое-что обсудить. Правда. Ну та, 250. Иди. Хорошо. В одно место. Обсудим что-нибудь. До встречи, благородный лорд. Да, и армии там немало. У нас тоже две. Считайте, полноценные армии. Это вам не хухры-мухры. Но. Против таких же бомжов и будем воевать. Блин, не заходит. Сюда эти стали перекрыли. Что если я куда-то... Так. Ай, отсюда. Передвинешь. Как стали, так и стоят. Ну ладно, приближайся. Вот если что... Ну я не думаю, что нас будут нападать. Да и кто тут будет нападать? Пехота. Я вот даже не смотрел, не выставлял количество войск в отряде. Что-то не обратил на это внимания даже. Так, кавалерию в эту сторону заберем. Так, заберем. Ладно, сиди. Пока что сиди, жди. Разгружайте корабли! Если нажать штурм. О, видите? Сбежать боя. Что тут происходит? Ну вот, можно посмотреть. Штурмовать не так-то. Ой, не то нажал. Штурм. Вот. Гарнизонные копейщики. 6.19. Вот попробуй пробей тут такую защиту. Ну, правда, их тут 40. А, так кавалерия 19 тоже защиты. Мечники. Тут, короче, такие войска, что мама не горюй. Так что придется пока что ждать. А тогда потом уже у нас будут хорошие, прокачанные войска. Это уже можно что-то будет думать. А пока что... Пока что об этом даже можно не мечтать. Строительство посмотрим. Гранада. Строим. Будут уже хорошие войска там. Более-менее.
Так, тут что-то у нас такое, пекарня. Рост населения, вот так, ну, помешает. Более ни на что больше у нас денег-то нету. Так, нанимаем. Это может больше и не нанимать. Ну, тут не буду. Давайте в столице возьму один штука. 58 было. 50 чего? Или 56 было? Вот не помню. 18. Ну тут потихонечку рост идет. Пойдем сюда. Это у нас что, Франция уже? Нет, это еще мятежники. Хорошо. Так. Ты куда-то... А, просто походил. Ладно, пропускаем дальше ход. Еще помешало в Галисию зайти. Посмотреть, что там происходит. Ну, такое впечатление, что это португальское, там где проверить стоит. А, блин, еще священников. Да, тут три страны, они будут нам засылать этих священников тоннами. Нужно будет нанимать. И как-то пытаться разрулить эту ситуацию. Смотрите, у всех по 5 звездочек. У всех. Этого 3, ну это король, походу, пошел. Потоп пошлепал. Так, раш. Да. Наемники нужны. Очень-очень-очень. В больших количествах. Так, мы в этой серии захватим хоть один город. Жаль, конечно, что мятежники сами не атаковали. С французами нужно будет переговорить. Так, где-то там. Нет, это Кастильская. Ага, это она относится вот к Леону. А Галисия? Тут, ну, все понятно. Значит, дальше куда-то сюда потопает. Франция. Вот тут попробуй найти эту Францию. Пойдем по дороге. Тулуза. Ау, тут вообще. Ну, тоже всякие бомжи, но их много. Вот в чем проблема. Интересно, Англия тут имеет какие-то территории по состоянию на 1100 год? Так, вот уже французская территория. Кордова. И пошли. Ой, блин, они дорогие, конечно. Но они нужны. Очень нужны. Так, посмотрим по другим сначала. Алжир. Казармы гарнизона. Но нужно Муксия. Переобучить никого нельзя. Хотя построили кожаную мастерскую. Кожаный доспех, стеганая куртка, чешуйчатая броня. Но, походу, никто из них не использует. Эти типы одежды. Ладно, пусть будет рынок.
А стоп. Я еще разочек. Это баллисты, да? А, тут пока что нельзя развиваться побольше. Казармы. Да, нужен более лучше город. Крепость. 2%, ну пусть 66 человек тут набирается за ход. Чуть низкие налоги. Да. Долго оно, конечно, будет набираться. Ничего не поделаешь. 2 хода еще осталось. Тут 1 ход. Опа. А если здесь штурмовать? Мы победим. Да, нет. Без шансов. Ладно, подождем. Куда нам спешить? Еще ходик. Тут ходов много. В этой компании там 400 с чем-то вроде бы. Я люблю просто бои в открытом поле, чтобы было более-менее равные СК. Так интересно играть. Города это скучно. Тактика стенка на стенку. Кто кого передавит у ворот и все. Ну и под. И стоило ударить защитником. Либо защитником уже там центральной площади. Наконец-то. Так, занять поселение. Поклонец будет развивать благородство. Вырастет недовольство граждан на 40%. Разграбим. Будет выражать жестокость. Поселение снизится недовольство граждан или повысится страх населения. Граждан. И в 2 раза выше, чем вот разграбить поселение. Вот, фиг его знает. 400 жителей. Ну, давайте так. Так, 17 лет. Ну, честь, верность. Строить в школу. Строить-то нет бонусов. Хорошо. Так, где он у нас появился? В Кордобе. Я, знаете, что хочу? Попробовать вот эту фишку. Вот с этими вольенными лагерями. Если там 2 года он пересидит, обучится, он должен получить что-то, какие-то плюшки хорошие. Давайте мы испытаем эту штуку, главное, чтобы не взбунтовался. Вот, тут есть католическая церковь. Тут написано, что священников повышают. Но я все равно поставлю своего. Так, пусть стоит. Ага, это у нас крепость. О, это замечательно, это супер. Ребята. Так, христианина не нужны. Вот это нам нужно. Казармы гарнизона. Христиане. Жители гротиков и так дальше. Но сначала построим мечеть. Так, что у нас тут построено? А, кстати, а почему он дешевле стоит? Тут ведь нету этой штуки, чтобы удешевляло. Странно. Ну да ладно.
Рост 3%, неплохо, но тут просто убили много человек. Ну, зато взяли... А чё вот теперь красная мордочка? Ведь было нормально. А что, если я вот этого дядю заберу? Теперь они нормально к нам относятся. Давайте дяде поставим немножко войск. Так, пусть он стоит пока что здесь. А, ну, один ход, наверное, что нужно переждать. Так, Сицилия. Ну, Сицилия далеко. Вороне малая мечеть. Замечательно. Так, есть немножко денег. Вот, склад ресурсов. Стоит 5000, а так 4200. Выгодно, выгодно. Перерост нет, этой фигни мы не будем строить. Порядок. Ну, кто тут и так порядок. Лист. Ну, ладно, тут пока что ничего не строим. Так, тут строительство идет. Валенсия на следующий ход. Это уже будет у нас в следующей серии. Кордоба. Да, давайте здесь что-то возведем. Библиотека. Стоянка каравана. Здоровье. Ну, здоровье повысит и рост. 20 тысяч. Вот эту штуку. Подешевле будет. Давайте построим. Хотя... Нет, нужно строить. Нужно строить. Возможно, это... Да, давайте сельское хозяйство будем развивать. Чтобы было что покушать. Погрызть нашим ребятам. Так, тут больше не будем ничего набирать, наверное, что. Так, это что за лодка? Португальский флот. Хорошо. А наш флот пустой. Вот, как раз таки, можно его отправить куда-то. А это кому принадлежит? Арагону. Это, наверное, относится вот к этому городу. Вот, поплывем сюда, посмотрим, что там происходит. Дипломатус. Так, по дороге пойдем. Это должен быть французский город. Хоть какой-то. Я уже в Нормандию зашел. Почти. И британине, кстати, еще не захватили. Будем знать. Туда плыви, беги. Побежал, путь перекрыт. Хорошо, ребята, будем на этом завершать нашу серию. Я вас благодарю за внимание. Прощаюсь с вами. Ставьте лайки, если вам нравится. Да, я понимаю, что сейчас немножко скучно, но поверьте, потом будет тут развлечений. Просто... Просто будем, не знаю, как это сказать, утешаться, смеяться, радоваться. Так что, всем спасибо за внимание, с вами был Назар, всем пока.